Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя Сила порталов. Так, мы с вами остановились в морозном мире. Так что давайте его и продолжать тогда уже проходить. Ну давай, не томи с этими порталами. Так, вот у нас морозный мир. И мы с вами выбираем. Угу. Вот этот вот у нас уровень тогда будет следующий. Буду играть я за Леонардо. Мне понравилось за него играть, так что поехали. Полетели опять в эти порталы. Обведи всех черепашек для командной атаки. Зачем мне обводить, когда у меня есть специальный скилл, на который я тыкаю, и они начинают автоматически ее производить, эту атаку. Так, что нас будет здесь поджидать? Ага, опять эти ледяные големы. Сейчас мы с ними разберемся. Блин, так прикольно смотреть за каждым по отдельности персонажем. Я тут распрыгался, как кузнечик. Ну, в принципе, он с прыжка тоже бьет, и довольно неплохо. О-о-о, а что вы все за мной-то увязались? Эй, големы! Вот чё! Вот так вот, ребятушки, кавабанга и все здесь. Так, последние два голема разбомбили. Еще выходит у нас отряд. Да-да-да, кавабанга. А, тут еще и ниндзя убегает. Ну-ка, давай-ка их вот так вот будем всех скейтом бомбить. Ух, в прыжке. Нравится мне это дело. Впечатляющие. Это уж точно, ребята. Впечатляющие. Так, ну-ка, опа. Устроим здесь средневековье, кричит Раф. И начал делать свой суперудар. Вау, доской-то, как я нахлобучиваю их. Смотрите, просто круто. Так-так-так. Ах, ты смотри, бьет меня гадюныш. Так, Бигфут, давай, пошел сюда. Ниндзя-фут. Так, один готов. Все, мы их разбомбили. Так, и мы с вами спускаемся куда-то вниз. Оу, что у нас есть такое? Ох ты, красные ниндзя, какие-то новенькие, таких раньше не было, ребята, у нас. Постой, постой, кричит мать. Время комбо! Нет, подожди, пока еще не время для комбо. С этим не разберемся, а возможно после них мы обязательно с вами активируем и комбо. Главное, чтобы их побольше здесь выбежало. Вот, в принципе, нормально сейчас. Да-да-да, именно то, что нужно. Ты посмотри-ка, и все живы почему-то остались. Так, у меня еще есть один. Ай, сбили, ребята, мне комбо-атаку мою. Ай-яй-яй-яй. Ну, как я вам и говорил уже, если у меня 50 ударов сделано, у меня получается комбо-атака. Но если по мне ударяет, то она обрывается автоматически. Так, оу, есть, накопили мы еще одну. И давайте-ка с вами продвигаться наверх. Ну все, вперед! Это точно, вперед. Ух ты, куда это мы вбегаем? Планы меняются один за другим. Так, опять красный ниндзя. И у нас здесь, ребята, выпала пицца морозная. Я не помню, что она делает. Но что-то делает. А, все, вспомнил, ребята. Да-да-да, она восполняет нам все наши спецудары. Это, в принципе, хорошо. Так, ниндзя, иди отсюда, краснуха. Все, готов. Нет, смотри-ка, встал. Вот так вот. Нет, не докромсали. Будешь ты валяться или нет? Все, теперь точно. Големы выходят. И ниндзя. Блин, мне бы сейчас бы сюда суператаку бы. Ах, ребята, вот она. Она у нас есть. Давайте ее активируем. И... Но... Да что ж такое-то? Они все до сих пор целы. Жалко, ее нельзя как-то нам усилить. Не сбавляйте обороты. Да, черепашка, не сбавляйте обороты. На самом деле, что мы как размазня-то? Мы должны их тут накумаривать только шорох. Так, что они за мной увязались, а? Давай-ка вот тут вот потихонечку их разберем. Все. Так, разобрались со всеми. Ну, я думаю, что пока еще не со всеми. Еще будет у нас тут пару схваточек. Ух ты. Блин, они так же хорошо поднимаются вверх, как и спрыгивают. Ух ты. Ниндзя-футы. Ну вот. Да-да-да, именно вот. Ну что, активируем, ребята. Хопа, хопа, всех валим. Так, у нас тут и синие ниндзя уже, и красные, и пицца с анчоусами. Все, что нужно, как говорится. Так, впечатляющий, кричит Донни и поливает со своей ружбайки. Великолепно, на самом деле, все это было. У нас еще один суперудар накопился. Костюм волшебника мы получаем. Хо-хо-хо! Вау, Донни, ну ты прям круч какой-то. Интересно, что ты делаешь? Что у тебя за удар такой будет, если мы нажмем на твой посох, а? Что ты будешь делать? Холодный как лед. Ох ты, вот он что делает, ребята. Он их как бы стопорит, получается.
Да, типа в шок их какой-то, в ступор отправляет. Ты посмотри, как тот медвежонок тут разбуянился, а? Ой-ой. Лео, блеск. Роскошно, да какой же блеск. Я закрытыми глазами с ними справляюсь. Майк, как всегда, хвостун и еще тот. Да, ребята, до третьей пробирки не хватило нам совсем немножко. И знаете, что мне кажется? Что мы с вами получили костюм волшебника и сможем с вами в Нью-Йорке его активировать. Я хотел посмотреть, что там за секретная такая локация, куда мы можем с вами попасть. А здесь у нас босс, ребята, какой-то очередной боссик. Ну что же, давайте глянем, что это у нас за такой великан. Видимо, какой-то голем морозный, но только большой. Так, пятая миссия у нас в морозном мире. Приступаем. Так, на каком-то мосту мы с вами оказались. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, бежит, бежит, охламон, давайте. Оу, второй вышел. Блин, нифига, против этого удара, ребята, ничего не сделаешь, когда он орет. Видимо, какая-то ярость у него, да? Смотрите, оу-оу, отбегаем, вот так вот. Так, ладно, будем колбасить, колбасить. Ты посмотри, какой живучий, а? Ваша победа — позор для меня, кричит ледяной медведь. Да-да, это позор для тебя. Ну, а големы — это легкотня. Давайте, наверное, активируем. Ух ты, шикарно. Блин, ну почему вы так слабо бьете? Даже никого не убили, а? Непорядок, ребята, это большой непорядок. Ладно, придется с ними тогда в рукопашку справляться. Круто! Давай-давай-давай, вот, видите, как Донни их морозит. Неплохо, парни. Да, Донни, все благодаря тебе и твоему волшебному посоху. Так. Оу-оу-оу-оу, два мишки вышло. Это плохо, ребята, это очень плохо. Давай, Рафик, атакуй. Да, ну нет, попал все-таки, ребят, попал. Я думал, что он промажет, но нет. Все было сделано удачно. Да что вы не можете справиться с этим медведем уже, а? Охламоны, братки, соберитесь. Лео, ничего пока ни крутого, ни впечатляющего я не вижу. Кавабанга! Орет Майк и потом же говорит: круто! Все, вот теперь действительно круто. Буякаша! Сила черепах. Так, здесь у нас кто будет? Ну, что такая тишина-то? А, да, ребята, у нас же здесь босс, я чуть не забыл. Подайте-ка пиццы. Пицца прибыла. Так, у нас скиллы все наполнились, ребята. Давай-ка. Вот так вот, отличненько. Отлично, ребята, все пока хорошо, на самозе идет. Ух, всех пришили. Ну что, хватит с тебя? Видимо, пока с них не хватит, повеселимся. Да, настало время, ребята, веселиться. Разобрали, наконец-то. Ну, все? Нет, смотри, ползет, ползет. Ползет медведь, даже два сразу вышло. Так, ладно, будем с ними разбираться. Хоп-хоп. Я люблю вот так вот, оба-на, с перекатиком бомбить. Эй, Лео, ты что завис у меня? Лео, ты что замер-то? Эй, братиша. Что-то не понял я, да? Видели сами. Что-то немножко он подклинил. Оу, ага, давай-давай бомбим. Вот, вот это хорошо, когда он делает вот этот удар. Они просто ничего не могут сделать, они стоят на месте, как в ступоре. Я устрою вам ледяной душ. Это вот этот вот охламон мне устроит ледяной душ, а? Который только что получил свое и разобрался на маленькие ледяные кристаллики. Так, оу, а это что у нас такое? Шар какой-то за нами наблюдает. Интересно, игра окончена. Нет, игра еще в полном разгаре, ребята. Так, у нас накопился суперудар, главное, чтобы меня никто не задел. Кто следующий? А вот они и вышли, следующие. Активируем силу черепа, как говорится. Два медведя, вот только их тут нам и не хватало. Так, отлично, я буду кататься на скейте и бомбить их. Йоу, отлично. Так, давайте второго медведя попробуем заколбать. Оу, что такое, что это, я упал. Оу-оу-оу, да, это точно. Так, все, мишку, нет, смотри-ка, встает. Все еще встает, я думал. Блин, да давайте его добьем. Все. Вот как это делается. Ладно. Спускаемся. А нет, не спускаемся, ребята. О, у нас точно это какой-то мост, видимо, разрушенный. Или же это какая-то стена какого-то замка. Я подвергну черепах глубокой заморозке. Друг, это просто мерзопакостнейший снег. Точно. Так, ребят, давайте колбасить босса. Что он такое делает? Ох ты, смотрите, замораживает он.
Черт подери, я думал, что мы будем его колбасить, но... Ты смотри, что он тут вытворяет. Мы охладим ваш пыл, кричат големы. Так, ребята, вы займитесь ими, а я буду вот этих вот молокососов пока здесь бомбить. Так, ага, вы смотрите, даже на боссов действует скилл. Ох ты, смотрите, у меня кто-то заморозился. Это был Майк. Вот он что делает, значит, подвергает заморозке. Но ему осталось жить недолго. Давай, Раф, бомбани его. Отлично, отлично, ребята, победа за нами. Мы проходим с вами дальше. Этот уровень позади. И сейчас, ребятушки, я хочу отправиться в Нью-Йорк в секретную миссию, которая здесь есть, которая должна открыться только лишь с помощью костюма волшебника. А у нас костюм, как вы видите, уже есть, поэтому думаю, что есть смысл, естественно, там навестить этот уровень и посмотреть, что там будет. Так, а дальше у нас тут, так, шестая и потом еще какой-то следующий босс. Напоминает мне чем-то муху, только ледяную. Все это может быть... Это мы с вами потом увидим. Вот он, Нью-Йорк. И... Так, погоди. Это нам не нужно. Крэнк у нас тут потом. Вот сюда нам нужно, да? А для этого нужно пройти восьмую миссию. По-моему, в восьмой миссии посреди ее находится именно вот этот шар, который мы с вами активируем и должны будем попасть туда. Давайте в этом убедимся лично сами. Да, вот видите, используйте костюм волшебника, чтобы попасть в секретный уровень. Надеюсь, это тот самый костюм волшебника. Вечеринка разгром. Разрушь 100 разрушаемых объектов. А, это мы получили какое-то, ребят, с вами достижение. Так. Ну что, хватит с тебя. Ты смотри какой, а. Упал, все, молодцы, молодцы, ребята. Справились мы с ними. Час черепашек. Пробил. Пока, олух. Майк не может без каких-нибудь реплик прикалывающих. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, дайте мне разобраться с этим олухом. Так, смотрите, черные ниндзя. Синий, красный, белый, каких только ниндзя мы уже не видели. Ребята, мне вас жалко. Фига, Донни, ну ты даешь. Типа крутой такой здесь, что ли? Что там за гром, молния? Так, ага. Пицца, кто-то сегодня явно переел пиццы. А по-моему, так в самый раз. Пиццулька как раз вовремя здесь появилась. Да куда ж ты делаешь-то? Куда ты делаешь-то? В ящик он ударил. Ай-яй-яй-яй. Покатушки. Ты смотри, что эти хламоны делают. Ну-ка, дай-ка разберусь с ними. Вау. Пицца халапеньо мы с вами получаем. Отлично. Иди сюда, иди сюда. Опа. Отлично. Давай-давай-давай. Прыгай на скейте. Бомби этих дроидов. Опять эти мелкие мыши. Рубим их, рубим, ребята, рубим. Силой черепах, и все, победили мы их. Что ты там бубнишь? Давай-ка вот заколбасим. Готовы вкусить моей нунчаковой ярости? Они уже вкусили. Они уже вкусили, Майк, не волнуйся. От твоих нунчак никто не уйдет. Бессмысленное разрушение, моя фишка. Это уж точно. Так, где-то здесь, здесь. Вот, ребята, вот он этот шар. Давайте использовать атаку. Вот она. Похоже на какой-то прибор крэнгов. Может, у нас получится его завести. Мы уже его завели. И... Так. Но куда ведет этот портал? Выясним это. Вот, ребята, я и хотел это выяснить. Нью-Йорк задача. Использую силу черепа... Ну, это понятно. Когда комбометр достигнет 50. Мне просто интересно, что это за... Тайный такой уровень. Ага. Отражай волны противников. За каждые 5 волн тебя ждет награда. Вот оно как. А, так это у нас получается арена просто, где мы должны отбивать волны. То есть, как можно дольше здесь прожить. Хорошо, давайте тогда попробуем отбить и посмотреть, что нам здесь будут давать. Волна 2. Так. Покажем им, что умеем. Так, ну пока я ничего сложного здесь не вижу. Так, получили они свое. Огонь! Я только разогреваюсь. Да, я так понимаю, пиццы здесь нас никакой ожидать не будет. Сила ниндзя, друг! Поэтому будем держаться сколько сможем, пока не закончится у нас ХП. Отлично. Великолепно, давайте этих разбомбим. Олухов, нечего им тут стоять. И тут же у меня сразу следующий вопрос появляется. Здесь волны бесконечные или все-таки есть какой-то предел в них?
Ладно, пока у нас с вами еще слишком мало волн появилось. Вот четвертая волна, а нужно отбить 5, да, чтобы получить какой-то там приз. Хорошо, тут мы этих раскумарили. Отлично, эти мыши. Сколько их, а, механических этих мышей вылезло. Отлично, здесь справились. Майки, впереди. Покажем им, что умеем. Так, подожди, кавабанга. Сейчас мы будем с вами делать силу черепах. Вот так вот, отлично. Готовы? Шок и трепет, детка. Отлично, ребята, мы получили пиццу здоровья с вами. Вот оно что получается, да? Так, за каждые 5 волн мы получаем пиццу. Здесь мы получили пиццу в данный момент. Ладно. Так, давайте смотреть, что дальше нас ждет. Блин, да что ж такое-то? Ты посмотри, посмотри, что происходит. Ох, как они больно бьются. Буякаша! Так, иди сюда, ох. Ну, вот этого сейчас заколбасим там. Блин, а что такой маленький дамаг у нас, а? Волна 7-я у нас появляется. Так, ниндзя тут всякие, крысы механические. Вам придется постараться получше. Постой, постой. Роскошно. Все прочь от него. А почему у нас так быстро ХП тратится, ребята? Ну это не дело на самом деле. Смотрите, что тут творится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оу. Так, вот есть. Как же быстро. Прости, я не нарочно. Давайте вот этого последнего закумарим. Ниндзю. Ну, ты смотри какой, а, не валяшка. Ванька, встань-ка. Да упади ты уже навсегда. Как этот, как тряпка летает и все равно встает. Ты смотри-ка. Он еще до не ударил. Так, ты достал. Все, победили. Волна 8-я у нас, ребята. Ага, киборги вышли и дроиды. Блин, блин, блинский. Очень мало хп, ребята. Ох, ничего себе, они дамагу нам дают. Ох, 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 ох. Блин, буякаша, какая буякаша, ребята, когда... О, все, ребята, берегись. Да, результат битвы. Ага, вот у нас, сколько мы с вами победили противников, 69. Это рекорд наш на этой данной миссии. Ну что же, в принципе, что я хотел, я посмотрел, и теперь мы знаем, что это за секретные такие миссии с вами. Так, ну а у нас дальше с вами будет что? Продолжать будем проходить с вами Морозный мир, но уже только в другой серии. Ну а на этом я буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующем выпуске и продолжим проходить эту замечательную игру. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.